А вот и долгожданная дорога в селе Уютном. Это село – излюбленное место отдыхающих. В свое время в нем имели дачу, насколько я не ошибаюсь, Валерий Леонтьев, Киркоров любил отдыхать. А, собственно говоря, сегодня там сделали дорогу. Это кадры где-то ориентировочно ноябрьские. На сегодняшний день дорога уже полностью готова. И местные жители, и приезжие никак не нарадуются ей. А это село еще известно тем, что в нем с 10 лет и до окончания школы училась Наталья Поклонская. Это наш генеральный прокурор Крыма бывший, который сегодня является депутатом Государственной Думы. Вот посмотрите, какую классную дорогу сделали. И сейчас можно насладиться тем, что на выезде из села происходит и какие там страшные сумасшедшие ямы. Но поспешу вас всех успокоить, этих ям уже нету, там уже лапки, и поэтому не надо делать крюки гигантские, по Мирнинской трассе можно ехать прямо от Уютного до Молочного или Викино напрямую. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на канал и ставьте лайк. В конце видео будет ссылочка, буду рад каждому зрителю. Всем спасибо.